похудеть к празднику. Оливки – это самый полезный продукт для перекуса. Оливки могут считаться лучшим видом еды, поскольку обладают исключительными питательными свойствами для человеческого здоровья. Зачастую многие женщины, которые хотят похудеть при помощи оливок, отправляются в супермаркет. Но, как мы уже говорили, консервированные оливки не подойдут тем, кто стремится побыстрее сбросить лишний вес. Свежие оливки можно купить разве что на рынке, и только в сезон сбора их урожая. По своей стоимости оливки дорогие, но ведь вас никто не заставляет покупать их килограммами. В день достаточно съедать до 80 грамм оливок, добавляя их в салаты из сезонных овощей. Заправлять такие салаты рекомендуется кислым ягодным или цитрусовым соком. Только так вы можете быть уверены в том, что пища, которая попала в кишечник, быстрее усвоится. В оливках много растительной клетчатки. Именно она поможет насытить организм и побороть чрезмерный аппетит. Количество ненасыщенных жирных кислот в оливках превышает в значительной мере количество насыщенных жиров и полностью соответствует рекомендациям ВОЗ, отметили эксперты. Специалисты высказали мнение о том, что многие перекусы, используемые людьми, отличаются слишком высоким содержанием углеводов. В их составе, большая часть которых является обычным сахаром, оливки почти не содержат углеводов и тем самым не провоцируют скачков сахара в крови, а также связанных с ними обострение аппетита. Ученые сообщили, что в состав оливок входят пищевые волокна, которые способствуют здоровой работе желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, оливки являются натуральным антиоксидантом и содержат в себе самые ценные для поддержания иммунитета витамины А, группы В и витамина Е. Их употребление помогает организму избавляться от излишков холестерина, тем самым защищая от развития сердечно-сосудистых заболеваний, резюмировали специалисты. Самое страшное, что с вами может случиться, это то, что вы не сможете похудеть при помощи оливок. Подобное происходит из-за превышения количества потребляемых в сутки калорий. Для того, чтобы такого не произошло, рекомендуется съедать 15 или 20 свежих оливок в день. Вы должны подсчитать количество потребляемых жиров и снизить калорийность других блюд. Тем, кто страдает от проблем с печенью и почками, лучше не использовать оливки для похудения. Свежие оливки ни в коем случае нельзя сочетать с молочными продуктами. Перед тем, как приступать к похудению на оливках, убедитесь в том, что ваш организм нормально воспринимает этот продукт и не преподнесет вам сюрприз в виде аллергии или кожных высыпаний.